Всем привет из Ассалара. Мы находимся на пляже. Марин, как пляж называется? Городской пляж Ассалара. Время почти 7:30 вечера. Сегодня 7 августа. Среда. И смотрите, как много людей, кстати. У нас, кстати, пляж имеет голубой флаг. Да? Вот это Ориноновский пляж наш. Ой, какая красота Божия. И здесь, как сказала Марина, здесь вообще нет плит. Вы можете себе представить? Я не могу просто в это поверить даже. Тут ничего не плавает. И ничего не плавает, не загрязняют. А есть корабли вот эти пиратские или здесь? Нет. Вот вопрос-ответ. Нет кораблей, нет загрязнения в море. Все. Боже, какая красота. Песок, везде песок, и в море песок. И людей как много, смотрите, вообще в это время еще. Как много людей. Представляете, нету плит, люди. После Алании, после всех районов, это звучит, как, знаете, как нечто фантастическое. Море совершенно без плит. Вообще без плит. Уже какая красота. Песочек здесь подоволного немножко. Немножко мутная вода у берега, но за счет песка. Так она, конечно же, здесь чистая, вообще уникальное место. Классный пляж, конечно. Я потерялся. Просто шикарный пляж. И вот так он тянется, вы видите. Солнце уже зашло. Закат вам не покажу, к сожалению. В Алании не во всех районах в такое время есть так много людей. Ну, что говорит о том, что тут не отели на первом месте, а на первом месте здесь идет, получается, местное население и квартиры. То есть квартиры, которые люди купили здесь же. Вот какой шедевр какой. Класс. Это вы построили? Да? Класс, молодцы. Амир, расскажи, как ты построил его. Для чего ты построил этот замок? Этот замок построил Пикачу. Молодцы, ребята. Шедевр, произведение искусства. Здесь просто удовольствие для детей. А, его ж смоет, если волны будут большие, жалко. А не будет? Не будет больше? Нет, если ночью дойдет. У вас это сразу ощущается, что нет как бы больше и больше людей не с отелей, потому что в отелях в это время на ужин уходят, а Алания пустая как бы становится. Время пустором почему-то. Я не знаю, с какого отеля. А так вот людей очень много получается в такое время. Можно я уже покажу? Да. Вот это у нас, вот это зеленым, это Орионовский, наш бесплатный пляж. Смотрите, какие лежаки у нас. Шикарно, все бесплатно, да. Ни одного камня нету, ничего нету. Да, и мы одеваем очки и сразу туда. И никакого прохода нету у нас. Шикарно. И вода всегда чистая. Да, очень чистая. И ничем не пахнет, ничего не плавает. Единственный минус, что возле этого мутновато из-за песка. Ничего страшного. Единственный минус, но оно натуральное все. Мы туда уходим и там. Класс. Какая вода сейчас хорошая, да? Вообще красиво. Да. Место хорошее. У нас места всем хватает. Одеколец. Потерялся. Ресторан. Спокойно. Да. Здесь мыться, там переодеваться, туалеты все наши, все бесплатно. Класс. Да. По карточкам. Свои карточки, да? Да. Но меня ни разу не проверили почему-то. А дальше вот соседний рядом с вашим, это вот... Это, наверное... Это тут тоже каким-то принадлежат этим, это да, комплексам? Платные. А, просто платные. Приходи, да, покупай или же. Я как думаю, или комплексам это принадлежит. Вот зеленое все наше. Колян, ну что? Когда светится красиво, наверное, да? Да, да. Как отель называется, Коль? Вот это. Да, оно очень красиво.
мы очень поздно купаемся. В темноте. В темноте уже, да, проходит? Ничего страшного.